Это Dark Hun, это игра Mortal Kombat Mobile. Также уже разработчики Nether Studio будут делать в 2023 новую мобильную игру. По-моему, як RPG буде, не знаю, які бойці будуть. Може там появиться Хавік, може Рейко, може Саріна. Коротше, бойці появляться за вселеною МК. Но поки не по... геймплей не показували, як буде виглядати нова мобільна версія. Одні за, другі проти. Я, звісно, за. Лучше ж така гра, чим нічого. Що я записую відео? Точно, у мене новий персонаж МК-11 реально. Тепер у мене є і класичний Рейн, і обичний Рейн. Класичний Рейн першого слияння. Хто у мене? Так, а ну-ка, зараз. Слияння, посмотрим. Вот так начнем. Это у кого у меня нема слияния даже одного. Так, пролистаем дальше. Так. Алмазная Скарлетт Ассасин первого слияния. Черный дракон Кана первого слияния. Так, классическая рептилия первого слияния. Дальше, так. Порождение Ада Скорпион второго слияния. Третьего слияния Шоукан завоеватель. А не, вижу, у меня алмазных выше третьего алмазного персонажа со слиянием нема. Так, режим битвы. Не, это слишком просто. Самое сложное выберу. Изменяем. Так, Рейна и уровень самого сильного. Тремора слияние X. Начнем. Также у меня Мелина 9 слияния. Еще надо или купить за души, или попадать в башнях якихось Мелина. И будет у меня уже два персонажа золотых X 10 слияния. Так, начнем. Точно, у меня наш вин 6 уровня пока что. Посмотрим, а ну-ка. Так, включаем тремора. Это, если что, не автоигра. Так, получай. Ой, у меня соточка жизни, у тебя только... Ну да, чуть больше половины. Ладно, так, а ну-ка давай. А, точно, пронизывающая Мелина нужна. Еще одну получить и буду их слияние. Так. Ладно, начну с спецприемка. Так, получай-ка, ты лучше, чем псы. А ты вообще рептилия. Так, интересно, рептилию добавить в МК-12, если будет МК-12 в 2023 году. Я думаю, это в 2024 году анонсирует все-таки МК-12, либо анонсирует какую-то новую игру по Nether Studio, в Nether Studio. Либо Marvel против DC, либо Injustice 3. Скорее всего, Injustice 3, я так думаю. Тем более, там есть персонажи, каких можно добавить. Типа, герои будущего, Бэтмен будущего. Ну и там DC там придумало много персонажей. Так что хрен кого вспомнишь сразу. Так, а ну-ка. Еще раз. О, 9 уровень, неплохо. Так, сыграем за Кейси. Готовы? Конечно, бой. Но выберу я, конечно, Тремора. Він у мене сильніше і удари посильніше у нього. Ну, тим більше він 60-го уровня і 10-го слияння. Да, я заєбую вас этим повторенням. Так, ну-ка. Ой, получай, скотина. Это тебе за Скорпіона, сучки. Интересно, Скорпіон все-таки умер у МК? 11 окончательно или опять вернется из зада.
Хотя будем считать, что окончательно. Потому что пока МК-12 не будет, так и будет. Либо вы делаете комикс между событиями X и 11 частью Незер Студия, потому что непонятно, куда делся Смоук, Эрмак, Страйкер, Рептилия, Фератор. Так, Такеда, Кунжин, Кенси, Горо. Хотя Горо в сюжете уже в МКХ. В игровом не фигурировал, только в комиксах и все. Так. И еще раз. Кстати, у нас по Украине выключают свет из-за того, что бомбят станции. Это там, если кто не знал. Поэтому русские ракеты, идите назад в свои военные базы и взрывайтесь там, суки. Уже я пару раз чув, як нашу станцию взрывали. Я не буду, де я живу. Не буду казати, де я живу, но я чув взриви около станції, електростанції. Так що очень охренительно. І Путін хуйло, і буде хуйло на всю жизнь в Україні. Це для русських він, може, там хороший, а для нас, українців, вже все. Ми вже все розуміємо, що Путін хуйло, а і не знаємо, чи він, може, ще хто-то ним управляє, коротше, хуйло якийсь. В любому случае, ладно, больше политики не хочу балакать. И так заебало в рекламах по телевизору. Как просто новости тут выплывают. Новости политически уже заебало. Ладно. На этой не очень веселой новости я, наверное, подивлюсь, кого я еще хочу получить. Сортировка имени. Имя, сука, где оно? О, вот. Наверное, барака ящерица. Я не знаю, как его получить. Если платно, идите нахуй. Вместе за русским кораблем, ладно. Так, классический Горо неплохо. Слэшера Джейсона Воркиса я вообще получить. Ладно, когда-нибудь подивлюсь видео у кого-нибудь, как их получить. Бесплатно, если, конечно, это возможно. Ладно, дальше пролистаем. Кванчи алмазный тоже неплохо было бы. Люк Кенг еще алмазного неплохо было бы получить, а то у меня только огненный кулак. И МК-11, ну, сайбот тоже неплохо. Та и ночного волка, чего нет. Классический фильма Рейда. Не, я, наверное, вместо классического фильма Рейдена можно было бы либо Шива добавить, либо Фрост. А на его. Ну, разработчики уже решили кого добавить сами, ладно. Так. Ладно, на этом пока что все. Название нахуй идет.